В городе пока тихо. Все разбежались по углам. Ученики попрятались. Только легионеры. Уже больше, чем людей, которые решатся взять их в руки. Не беспокойся, люди будут. Еще непонятно, сколько их. Нам главное начать. Только тихо, тихо. Кругом легионеры. Ну, что случилось? Отец куда-то ушел, велел ждать, а я один боюсь. Я есть хочу. Ну что ты сразу начинаешь ныть? Как будто ему не дают. Вот не дадут, тогда будешь ныть. Смотри, она опять придирается. Да потому что не строй из себя ребеночка. Ну хватит! Куда мы его денем, когда пойдем? А вы куда? Мы пойдем в гробницу. А его уже там нет. Как ты нет? Так нет. А где он? Неизвестно. Что значит неизвестно? Кто-то вытащил и унес. Кто вытащил? Куда унес? Не знаю. Ой, я так все время что-то не дослышу, что-то не додумает и начинает болтать.
Смотри, начинай. Подожди, может, ты действительно что-нибудь недопонял? Да это уже все знают. Женщины пошли к пещере еще затемно. Камень отвален. Кто это видел? Магдалина. Ой. Магдалине верить смешно. Кто еще? Кто еще? Петр. Видел то же самое. Ты не веришь только потому, что это я говорю. Ну, хорошо. Ну, хорошо, что они видели? Ну, что? Просто пустую пещеру и все? Да? Просто пустую пещеру. Только пелены лежат, в которой он был обернут. Белые пелены в крови. Подожди, Мария. Подожди. Если это правда, надо разобраться. Может, это они сами, начальники из совета, приказали вынести его оттуда? А что, очень даже может быть? Чтобы не ходили гробницы? Ведь сейчас ходят. Они вынесли и закопали его где-то, чтобы никто не знал. Чтобы ничего не осталось, чтобы никто не ходил к его гробнице. А говорят наоборот, что его унесли друзья. Спрятали в надежном месте. Да они сами трясутся от страха, боятся из дома выйти. Перестаньте. Послушай, они же думают, они его убили. Он жив. Он жив. Пойдем. Пойдем, мы разберемся там. Посмотрим сами. Нечего верить слухам, да еще из десятых уст. Нет, а? Мне здесь надо. Мне нужно быть здесь, потому что он сам сказал, что новый дом его, дом и Анна. А если я уйду... А он придет. Нет. Мария. Нет, здесь надо быть. Послушай себя. Послушай, что ты говоришь. Кто придет? Он 3 часа висел на кресте. Потом специально проверяли, что он мертв. Ты иди. Все узнай. И мне расскажешь. А я здесь побуду. Дом в порядок привести нужно. Разгром какой. Это ты? Это хорошо. Слышал? Что? Слышал. Что слышал? Гробница оказалась пуста. Как понять? Что? Как? Путаница какая-то. Ерунда. А? Если. Да? Кто спросит, мы ничего не знаем. Поняла? А что ты пугаешь? Я пугаю. Ну я же вижу, всех заставляешь трясти. Я трясусь. Сам трясешься и других заставляешь. Я трясусь. Зачем ты тогда сюда пришел? Я пришел, чтобы дать совет. Понятно? А ваше дело внять ему или пренебречь. Что вы обычно и делаете. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Послушай, сейчас сюда придет один человек. Римлянин. Он меценат, знаток. Разных искусств, путешественник. Немного ли достоинства? Он попросил меня, чтобы я его привел сюда. Просто познакомиться с Марией. Он уважает Иисуса и сам возмущен этой. Бессмысленной казни. Короче говоря, он мой хороший знакомый. Mm-hmm. Ну, можно сказать, даже друг. Римлянин. Ага. Mm-hmm. Ну, что?
Может, впустим его в дом? И оставим стоять за воротами, да? Пусти. Только я умоляю, никаких споров, никаких намеков. Это может плохо кончиться для всех нас. Ну, конечно. Добрый друг. Ага. Может донести властям. Вот-вот, именно эти разговоры я имею в виду. Ты поняла меня? Пойди. Подготовь Марию. Объясни ей все. Вы извините, немножечко не убрано. Вот, это сестра, а это сын. Вот шел к нему и вот опоздал. Поздно. Поздно. Ну вот, собственно, вот это его место, где он у нас случалось отдыхал. А это полочка. Полочка сам смастерил. Не суетись. Ну что опять не так-то? Я забыла. Чего ты забыла? Наш гость римлянин, почему бы перед ним не посуетиться? Вот и раз. Я же тебя просил. Просил? Ничего, это естественно. Но если вы узнали меня поближе, надеюсь, ваша неприязнь уменьшилась бы. Ну, конечно, все римляне разные бывают, разные. Кстати, Иисус знал об этом. Рим? Знал это Иисус. Это Рим. И вот весь остальной мир создан для его удовольствия. Я тебя просил? А у римского императора руки по локоть в крови. Жизнь, дорога, продолжай. Быть осужденной властями за Иисуса для меня в радость. Он говорил, и будете ненавидимы за имя мое. Всякая власть – это зло, зло! Он и другое говорил, забыла? Все должны быть едины. Все. И народ, и власть. Не говорил. Это ты сейчас сам придумал. Сейчас многие будут придумывать, потому что он не может никому ответить. Сестра. Если разрешите. Владычество Рима – тяжкое бремя, я вас понимаю. Смешно было бы нам рассчитывать на любовь людей подвластной страны, однако ненависть, в том числе и к власти, тоже зло.
и в свою очередь порождает ненависть. Разве не так? Интересная мысль. Очень интересная. Вы знаете, сейчас... Может быть, странно это будет слышать, но может так случиться, что последователи вашего брата отберут власть и будут, в свою очередь, преследовать и казнить тех, кто мыслит иначе. Как вы можете говорить так? А? Простите, это так. Разврат ума. Счастлив, что познакомился с вами. Сохраню самое искреннее уважение. Но с другими не советую говорить так откровенно. Ведь Иисус ничего плохого не хотел. Только хорошего. Он же говорил о Царстве Божьем, что там и грешники будут прощены. Никогда не поздно сказать: «Отче, согрешил я». Только простые слова. Сострадание, милосердие, любовь. И любовь не просто мужа и жены, а любовь к ближнему, значит, к любому человеку. Ну и еще терпение. Такой благостный был, смирный. Неправда это. Он был как огонь. За все хорошее он бы смерч прошел бы по земле. За это его и уничтожили. От страха. Возможно, возможно. Если бы я мог верить, как вы, Мария. Это просто. Это как раз очень просто. Я боюсь страданий. Люблю наслаждение, как все в Риме. Вы были в Риме? Да. Я был в Риме. Я живу в Риме. И там, видно, я умру. А я никогда не был в Риме. А это большое упущение. И я мог бы тебе кое-что рассказать. Да, впрочем, и ты можешь мне кое-что рассказать. Но я ничего не знаю. Ты жил в Галилее? Я и сейчас там живу. Тогда давай так. Я тебе расскажу про Рим, а ты мне расскажешь про себя, про свой дом. А что тут интересного? Мне все интересно. Ну вот и прекрасно. Располагайся во дворе. Давайте, идите, идите. Да, да, да. Ему интересно то, что ему принадлежало. Понятно? Понятно. Ну, вот так вот. Угу. И поэтому ты хочешь подарить ему полочку? Да. И поэтому я хочу подарить ему полочку. Римлянам интересно все, что принадлежало ему. Не тебе, не мне, а ему. Отдайте, и воздастся вам. Помнишь, что он говорил? Надо делиться, сестра. Это теперь всем принадлежит. Это память о нем. Если я говорю, что хочу подарить эту полку, значит, я хочу подарить полку. А если палку, значит, палку. Это не палка. Это его посох, он с ним ходил. Нельзя. Нельзя? Нет. Ничего нельзя? Нет. И это тоже нельзя. Вот этот пустяк, ремешок от сандалий, тоже нельзя. Нет. Почему? Ну почему?
Да потому что все, что принадлежит ему, нельзя. Ай! Ой! Ну, что с тобой? Больно? Он жив. Кто жив? Иисус жив. Что? В каком смысле? Они его убили, они его распяли. А он жив? Ничего не поняла. Как жив? Что случилось? Что-то случилось? Да, случилось. Что вы теперь сможете с ним сделать, а? Как вы теперь с ним расправитесь? Ну ладно. Кто его видел? Магдалина его видела. Своими глазами. Кто? Нет, кто ты говоришь? Магдалина? Так она же одержимая женщина. Когда его казнили, она просто помешалась. Вот и все. Сначала ей тоже не верили. Магдалина. Почему Магдалина первая? Значит, она больше всех любила его, если первая увидела. Но там были другие женщины, которые пошли к гробнице и видели там кого-то в белом. А потом и его самого. Бред какой-то. Но если... Если даже он ожил, так сказать, в сердцах любящих его людей, то... Тихо. Начнут его искать. Тебе понятно, какая за нами начнется слежка? Пусти. А где будут искать? Ясное дело, здесь, у нас. Больно, пусти. За домом уже установлено наблюдение. Кто сюда вошел уже на заметки? Пусти, я не бойся. Не бойся. Если они сюда придут, я им скажу. Я им скажу, что ты их верный раб. Послушный раб. Убью. Убей. Ну, убей, убей! Ну, убей! Ну, что вы? Да что же это такое? Каждый раз! Дорогой мой! Каждый раз! Вы слушаете, Мелани! Каждый раз! Остановитесь! Перестаньте! Перестаньте! Успокойся, я прошу вас! Перестаньте! Стойте! Сын, останови. Подожди. Куда ты? Боже, сколько их к нему. Что-нибудь случилось? Там люди пришли. Надо что-то делать. Чего делать? Ничего не надо делать. Вчера камни в окна кидали, а теперь испугались. Постоят и уйдут. Я есть хочу. Замолчи. Никто не хочет есть. Не говори за всех! Чего? Чего? Да что же это начинается? Так и будем теперь. Так и будем теперь.
Языки распустили. Помалкивать надо. А чего ты всем делаешь замечания, а? Он один все понимает, больше никто ничего не понимает. Замолчите. Нельзя так, нельзя. Интересный этот орнамент. Где же ты этому научился? Нигде не учился. Просто виноград. Ну да. Это ведь Иисус сравнивал себя с виноградной лозой. Не надо о нем. Не надо о нем говорить, прошу. Да чего же? Если бы это вырезать, не знаю, хотя бы на мраморе. У меня нет мрамора. У меня полно. Двое из наших шли в свое селение и говорили о нем, о его смерти, о его казни, как вдруг сам Иисус приблизился к ним и пошел с ними, но они не узнали его, а он взял хлеб, преломил его и подал им. И тогда открылись у них глаза. Но тут он стал невидимым для них. Надо было сказать ему. Ему хоть слово сказать, что они поняли, кто перед ними. Но они не смогли, потому что были потрясены. Он же только явился и уверил их, что он есть. Чтобы они увидели, жив он. Но он же говорил, там, где соберутся во имя его, он будет между ними. Ну, я думаю, что это в переносном смысле. Я так считаю. Мария, теперь тебе предстоит совсем другая жизнь. Теперь, Мария, ты будешь жить уже иначе. Ну, ладно, не туда. Ты что? Вставай.
ты мать его, благослови. Сын у меня болен давно уже. Устал я. Укрепи меня в моей надежде. Вот. Вот о чем я тебе говорил, Мария. Теперь к тебе многие придут. И те, кто не верил в него, не теперь, но придут. Что же мне делать? Так оно и будет? А ты возложи на голову руки и пожелай добра. Вот, возложила. Пожелал добра? Конечно. Вы ссоритесь. Разве можно сейчас ругаться? Все сейчас должны мирно жить. Ну что ты отворачиваешься? Ну, хватит, хватит. Такой день, такая радость. Ну, хватит. А теперь, женщина, иди, только будешь рассказывать, не путай ничего. А то сейчас начнут добавлять своего к тому, что гораст. И ссылайся прямо на меня, не бойся. Иди. Иди, 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 иди. Говори громко! Не бойся! Пускай теперь они боятся тех, кто его распинал! Люди, выходите! Распахивайте двери! Не бойтесь ничего. Распахивайте двери. Распахивайте двери. Иисус воскрес! Иисус воскрес! Воскрес! Иисус воскрес! Распахивайте двери. Не бойтесь ничего. Пускай теперь они боятся. Не бойтесь ничего. Не
Это тебе, возьми. Дом, пусти. Нашли время. Когда выходить? Вот сюда. Здесь? Ага. Плохо его проводила. Никогда не получается проститься как надо. Значит, они добились своего. Оказалось, достаточно уничтожить одного человека. Нет Иисуса. И все распалось. Теперь каждый тащит в свой угол кусок его мыслей, кому как по силам. Тошно. Ой, тошно, как Мария. Он говорил, надо радоваться жизни. А чему радоваться? Я тебе, Мария, вот что должна сказать. Например, молодые люди нашего поколения не все принимают. В его учении. Мы, например, не собираемся подставлять другую щеку. И мы не хотим ждать, когда все само собой образуется на земле. Не хотим. Только помни, сестра, блаженные и кроткие наследуют землю. А насилием только одно породишь насилие. Это не я, это он сказал. Ну что же, родная, раз собралась, иди. Так совпало. Действительно, надо идти. Я понимаю, что не время, но ждут. Раз ждут, иди. Ты прости меня. Сегодня все прощения просят. Не мучайся. Иди. Иди. Да, если придут, спросят, скажи, ничего не знаю. Ушла. Пропала. Благослови тебя, Бог. Мария. Родная моя. Я не знаю, что тебе сказать. Но ты ведь веришь? Верю, верю. Обо мне не думай. Не думай обо мне. Ты верь, Мария. Верь. Душой мы всегда с тобой. Душой мы всегда вместе. Да. Ты знаешь. Знаю. А если что случится? Ничего не случится. Ничего не случится? Ничего не случится, нет. Но ты знаешь, что мы всегда, всегда будем помнить тебя, Мария. Ты верь. Мария. Я верю. Верю.
знаю, почему она бежит отсюда. Боится, что я вижу ее погибель. Все равно увижу. И увижу, как один будет потешать римлян, а другой торговать твоим именем. Все увижу. Выходит, прав Фарисей. Осталась я одна в пустом доме. Придут сюда люди. Я здесь.